У каждого парня свой подход к съему. У Дэнни тоже. Как бы дико это ни звучало, я годами изображаю женатика. Жена бьет меня на глазах у детей. Да ну! Знаю, это свинство, зато сразу никаких обязательств и никаких последствий. Я думал, когда мы поженимся, она забудет свою работу. Приложи кольцо к самому честному сердцу. Вот это ништяк. Но этой зимой... Честное слово, я бы хотел с ней встречаться. Ты правда это сказал, или мне послышалось? Все будет серьезно. Давай я запишу твой номер и устроим еще одно свидание. Там есть визитки в кармане. А это что? Железка. Скажи ей правду. Давай попробуем, ты изображаешь ее. Ладно, нет проблем. В общем, просто я ношу фальшивое кольцо, чтобы... Свинья. Да я... Скажи, что разводишься. Все позади. Через пару дней подпишем бумаги и... Ладно, но пусть она сама мне подтвердит. Это как? В смысле? Хочу с ней встретиться. А смс-ки недостаточно? Не могу поверить, что я согласилась. Моя бывшая жена должна быть секси, а не чучело. Ладно, ладно, пошли. Это она? Ну, привет, зануда. Ты что, так вырядилась? Как ты просил. Даю вам свое благословение. Надо скорее в Твиттер написать. Господи, совсем забыла, тебе же 15. Ау! Ай, ты что, пнул меня? Нет, это ты? Зачем ты ее пнула? Columbia Pictures представляет. Алло? Малыш, ты же знаешь, я не люблю, когда ты продаешь вещи братика через интернет. Эй, давай лучше в машине. Нет, ты прикинь. У тебя еще и дети есть? Ну так, немного, чуть-чуть детей. Адам Сэндлер. Надо так надо. Дженнифер Энистон. Детей? Совсем спятил. Вот она моя гордость. Кики Ди и Марк. Привет, ангелочки. Дядя мне в лицо писю тыкал. Да это он мою ртом схватил. Притворись моей женой. Ради такого я и не то выдумал. А теперь обнимите меня и притворитесь, что вам весело. Я уже иду, хорошо? Спокойной ночи. Весной в кинотеатрах.